Я приветствую вас, дамы и господа, други и подруги. Итак, новый сезон Красаута. Дневник разработки, часть 2. Легкая кабина Кронус. Среди легендарных кабин легкого типа Кронус самая легкая. Это проявляется в меньшей массе и прочности, чуть меньшей грузоподъемности и предельной массе. И отличная скорость, это будет самая быстрая кабина в Красаут на момент выхода обновления. Но даже не это самое главное, ведь у кабины есть множество силовых узлов, которыми будет связан перк Кронуса. Здесь силовые узлы, как у Амамори. Кабина способна постепенно восстанавливать прочность деталей, которые прикреплены к ее силовым узлам. Но это у нее есть ограниченный ресурс, который расходуется во время активации перка. Как только ресурс восстановления будет исчерпан, перк отключится до перезаряд. Вы можете вручную контролировать процесс восстановления и включать-выключать перк. Так это еще круче, чем Амамори. Пока есть заряды. Перезарядка перка осуществляется за счет остовов. Блять, опять остовы, сука. Вражеских, да? Бронемобилей, находящихся перед вашей машиной. Вне зависимости, союзные или вражеские. Если это время вы будете получать урон, то накопление зарядов перка замедлится. И самое главное, чего мы так ждем, помимо вышеуказанных изменений, мы также планируем добавить в игру новую механику нанесения урона снарядами. Вы можете ознакомиться со всеми подробностями в нашем анонсе по ссылке. В финальной версии возможны некоторые изменения относительно тестового варианта. Ну что ж, ждем!